Центр организации дорожного движения в Твери возглавил бывший замначальника ГИБДД. На должность руководителя нового казенного учреждения назначен Андрей Снитко. Сейчас в областной столице идет процесс создания нового ГКУ – Центра организации дорожного движения. По аналогии с организацией, существующей долгие годы в Москве, Тверской центр организации дорожного движения будет заниматься организацией и развитием транспортной инфраструктуры в городе. В обязанности будет входить мониторинг транспортной ситуации в городе, организация бесперебойной работы общественного транспорта, моделирование городских, транспортных и пассажирских потоков, планирование, проектирование и внедрение безопасных, эффективных программ и схем организации движения, а также оптимизация размещения светофорных объектов и так далее.